Через бревнышки, как боженька, буду вот так вот на заднем колесе ногами так упрусь и буду так тихонечко потравливать, так тык-тык через колесо, бам, а там потом два колеса, я, ой, два бревна, я бам через два бревна. Понял. Вот так вот. Ну что, это у нас открытие гонки. Остался буквально час до гонки. Демон, зеленый демон номер 416. Все готов. Магнитная штучка сюда наклеена. Блин, куда я записался? Хобби это вам не лайт, господа. Ладно, собираюсь духом. И надо скоро выезжать. Так, каким думаешь приедешь? Значит, в классе хобби стартует 160 человек. Как... А, сколько? 120? 150. Так, с каким приедешь? Цель хотя бы в середину попасть, это прям будет победа, а вообще еще вторая цель хотя бы доехать до финиша. Вот, и в середину попасть. Саш, каким приедешь? Хочу в тридцатку. В тридцатку? Но... Коля? Сомневаюсь. Коль, ты каким приедешь? Человек едет в классе хард, каким приедешь? В тридцатку, Колян, точно уйдешь. В двадцатку хочу. В двадцатку, все, понял. Ну, а я, в принципе, 150 участников. Ну, мне хотя бы проехать один круг. Один круг хотя бы, если я проеду, это будет прямо мега вышка. Потому что на данный момент я сейчас очень сильно переживаю за то, что не смогу проехать хотя бы один круг. Потому что все-таки это гонка. Куча участников, около 400 участников. Это вам не шутки, господа. Ну что, увидимся на гонке. Здесь на мотоциклах не гонять, не кататься. Если хотите размяться, едем в край парковки. Я буду ехать, скорее всего, я поеду вот по этой территории. Вот по этой территории, вот так. Вот так по крышечкам. Здесь небольшая горочка. Я тут же знаю, после чего здесь выскочу. Так, здесь тихонечко надо перепрыгиваю первое, перепрыгиваю второе, перепрыгиваю третье. По возможности перепрыгиваю оба сразу. Здесь так, опять идем. Здесь заезжаю. И вот здесь либо не шлепнуться вниз ножкой. Здесь у нас колесики. Ну, скорее всего, поеду вот здесь по центру, или здесь, или больше нигде. Так, приезжаю, и куда-то туда в лес. Когда я буду возвращаться уже с первого круга, здесь будет меня ждать вот такое солнышко, которое я буду приезжать вот отсюда, вот здесь, вот отсюда по внешнему радиусу. Первое, второе, третье, короче, как-то так. А может быть, кстати, и вот здесь вот рвану. Вот так вот, а тут перекину. Посмотрим, уже все будет здесь. О, вот здесь вообще жестко. Как-то надо заехать и съехать вот с этих покрышек. Потом узнать вот такие вот три бревнышки, которые в раз не подкажусь. Перепрыгиваем первое, тут же разгончик, вторая. Здесь у нас косое бревнышко, и там все финиш. И так будет заканчиваться первый круг, господа. А сегодня будет действовать на меня мощная мотивация. Короче, обсираю постоянно Илюхину хаву. Если сегодня он меня на ней обгонит, придется мне у него ее покупать. За 600 тысяч. 500. А если на один круг обгоню? За миллион куплю. А если на два? Полтора. А если на три? Это я стартовать вообще не должен, а ты должен финишировать. Ребята, мощная мотивация, но, конечно же, демона я не отдам ни за какие деньги, потому что он маленький мой зеленый демон, с которым мы родились вместе, и сегодня мы обязательно финишируем. Короче, здесь идет такой движ, стартует пятерками, согласно своим номерам и моментами регистрации, кто быстрее там зарегистрировался. Немножко мандраж, мы с Саней в одной пятерке. Короче, буквально, я думаю, минут 10 и будет старт. Блин, ну чем ближе подходит этот момент старта, тем сильнее стучит сердце. Блин, как так, а? Я очень сильно надеюсь, что в хобби записалось большое количество людей, которых не получилось записаться в лайт. Очень сильно надеюсь. И мы, я надеюсь, кооперируемся там где-то на каких-то лютых подъемах и поможем друг другу, если будет тяжело. Минуточка, потому что здесь все здесь, все тут, Ромка тут. Показывают, как нужно заезжать в эти подъемы. Давай, парни, покажите кто-нибудь. Все доезжают до половины, потому что до этого была грязь, покрышки забиты в хлам. И сейчас нужно заехать вверх. Это просто... Прошло, наверное, уже час. Час двадцать. Тут подсказывают.
Я вот здесь немножко припарковался. В поле припарковал. Парни тоже в поле стоят. Мы здесь курим спокойно, отдыхаем. Равнина. По лайту. Да, как... Самара. Короче, мы здесь в лесу. Тебя как зовут? Саша. Саша, ты откуда? Я с Шкаралы. Все Шкаралы. Вот его верный пес. Мой пес. Вот там. Это жесть, ребятишки. Там еще какая-то Ебун гора. Ебун? Короче, типа на нее вообще никак не забраться. Но надо. Надо проехать. Хотя бы круг. О, Саша, Саша! Саша! Саня! Это Саня! Наш ижевский райдер! Сань, какой круг? Второй круг идет. Где тропинка-то наверх спокойно? А? Че ты селся? Да какой я вообще не это, конченый капец. Моей? Да. Слушай, если я сейчас здесь... А что не льется? Надо надавить. Надавить и очень сильно сосать. Саш, что ты как вообще? Ромка, ты где? Нормально. Что за гора-то это? Ебун, говорят, гора. Не знаю. Не знаю, все проехал. Короче, здесь такой трэш. Это Ебун гора, да? Еган ли? Как называется гора-то? Ебун гора. Ебун гора. Не понимаю, почему здесь такое название. Но название лютое. С виду, конечно, полянки. Ну, на самом деле так и есть. Полянки, просто мы тут стоим, отдыхаем с пацанами. Вырвались на природу. Вот здесь нас подбадривают болельщики, вот там падают мотоциклы. Короче, хард, ребята. Я тут тоже стою, отдыхаю, оттуда поднимается, вот оттуда поднимается. Другие. Оп! Это Андрей, скутерец, пытается, уже без хвоста. Хвост-то где у него? Но энергии, конечно, у этого человека миллион. Уже пытается раз 10, если не больше. Это ладно, заскочить сюда, надо выскочить туда. Время уже не знаю сколько. Но я все-таки иду. Тихонечко иду. Надо проехать. Надеюсь, осталось совсем чуть-чуть. Надеюсь. Вот он! Мы думали, домой уехал! Я доехал! Красавчик! Я доехал! Давай! Уверенно проходит три бревна, два бревна даже не замечает. Пошел, опа, косое бревно, разрывной сейчас прыгнет. Вот он, красавец. Всем привет. Я доехал свой первый, может даже и последний круг в классе хобби. Сейчас сделаю небольшой обзор своего бешеного. Как пес верный, ни меня ни капельки не подвел. Конечно, наклеечки поцарапались. Здесь у нас такой трэш. Ну, чуть-чуть жопа замята. Оторвал щиток. Все нормально. Демон вывез.
Но гонка, я вам скажу, ребятишки, лютая. Погорячился я, надо ездить в хобби, брать подъемы. Фу, в хобби, в лайте, брать подъемы, больше тренироваться, и все будет огонь. Завершаю свой видеоблог. Сколько записала экшн камера? Я думаю, на часа на полтора. Все будет. Все, до новых встреч.